Доброе утро, страна! С вами утренний пилатес, и мы продолжаем с вами серию упражнений с полотенцем. Но перед тем, как мы перейдем к выполнению упражнений, мы еще один раз разберем, как нужно правильно стоять на стоп. Итак, расположите ваши стопы параллельно, так, чтобы внутренняя линия стопы была параллельна приблизительно на ширине кулака. Это ширина тазобедренных суставов. Поднимите пальцы стоп наверх. И обратите внимание на то, как вы стоите на стопах. Важно, чтобы плюсна и под большим пальцем, и под мизинцем упиралась в пол, и распределение давления было равномерно. То есть проследите за тем, чтобы ось стопы была точно посередине, чтобы вы не заваливались к центру и наружу. Вытолкните позвоночник вверх. Опора на всю плюсну, косточка под мизинцем, косточка под большим пальцем и центр пятки. И опустите пальцы стопы вниз, сохраняя свод подтянутым. И еще раз, пальцы стоп наверх. Распределили равномерно давление на три точки опоры. И опуская пальцы, сохраните вес тела на стопе, не передавайте его на пальцы. И еще один раз, пальцы стоп вверх. Не забывайте об оппозиционном вытяжении позвоночника. И пальцы стоп вниз. Хорошо. Вспомните про колено, оно не переразогнуто, оно находится точно между тазобедренным суставом и голеностопом. Колени мы не сводим к центру и не разводим наружу, а оставляем их точно в вертикальной позиции. Это создает вам лучшую опору для позвоночника. Оттолкнитесь стопами от пола, вырастите макушкой вверх и растяните полотенце перед собой. Расправьте область между лопаток. И поднимите руки до параллели с полом. Кончики пальцев рук расправлены далеко-далеко вдаль. Ротация вправо, выдох, бедра остаются неподвижны. И возвращаемся в исходную позицию. Вдох, выдох, скручивание влево. И вернулись в исходную позицию. Каждая ротация дальше, чем предыдущая. Всплывайте вверх макушкой, пятки прорастают вниз сквозь пол. Ротация вправо, стоп, поднять руки наверх. Развернуться прямо и опустить руки вниз. Ротация влево, руки удлинить, вытолкнуть вверх. Развернуться прямо и вниз. И еще один раз ротация, длинные руки. Развернуться стоп, наклон вдаль. Вернуться в исходную позицию. Опустить руки вниз, ротация влево. Длинные натянутые руки. Удлиняясь, вытолкнуть их вверх. Развернуться прямо, удлинитесь еще больше. Наклон. И вернулись в исходную позицию. Продолжаем развитие нашего упражнения. Ротация вправо. Руки вверх вдаль. Вытяжение через вытяжение. Наклон. Удлинились в диагональ вперед. Руки опустили перед собой. Круглой спиной позвонок за позвонком вверх. Руки поднять. Вдох. С выдохом скрутка. Руки наверх. Вытяжение. Наклон. Живот приклеить к позвоночнику. Удлиниться в кончик пальца левой руки. Вырасти наверх. Руки перед собой. И полный круг, ротация вправо, руки вверх, удлиняемся, наклон вдаль, проведите полотенце перед собой, смените сторону и выросли. В другую сторону, влево, выдох, каждое движение длиннее позвоночник, вытолкнули себя вверх и удлинились, живот к спине, молодцы, и полный круг, поднять руки наверх. Полный круг вправо, вдох, амплитуда еще больше, вы можете добавить разгибание, хорошо, взгляд вверх, еще один круг, и смена стороны, влево, вытяжение, три точки опоры на каждой стопе, не забываем, молодцы, последний раз, лопатки стабильны, выросли, плечи вверх к ушам. Плечи вниз, расправить область между лопаток, убрать полотенце за голову, разгибание. Опритесь затылком на полотенце, создайте поддержку шейному отделу позвоночника. Выросли наверх и опустили руки вниз. Всем хорошего дня! С вами была Маша и мои помощники Евгений и Елена.